Всем привет! С утра я на кухне. Сегодня будет такой домашний влог о том, с чего у меня начинается утро, чем я немножко занимаюсь, что я буду готовить. Ну и, может быть, я не все буду комментировать, а просто это будет чисто зрелищное такое видео. С утра я себе завариваю обычно цветочный травяной чай. Сегодня у меня вот такой набор, это липовый цвет. Так, исландский мох, бархатцы, шиповник, немного сушеных яблок, мята и цедра лимона. Там это все у меня в смеси. Сейчас я все вот это заварю кипятком, дам настояться и буду пить чай. У меня довольно большой чайник заварной вот этот. Я пью полностью, не разбавляю потом вот этот вот состав. Ой, какая красота. Сейчас поближе покажу. Даю настояться такому ароматному чаю полезному, потому что чай необыкновенно ароматный получается, просто необыкновенный. Я такие чаи практикую пить уже давно, поэтому в осенний период, зимний период это просто красота. Ну, конечно, для того, чтобы пить такой чай, надо запастись самым необходимым. Ну, на помощь может многим прийти аптека, или что-то выписать где-то из более таких солидных фирм, какие-то травы, например, на Herb, вот, или еще где-то, может быть, вы что-то найдете. Но такой чай, он настолько потом придает бодрости, он заряжает энергией. И мне, в принципе, вот этого чайника, когда я его завариваю, ну, если, конечно, домашние все дома, его хватает, ну, на раз попить семье. А когда я одна дома, я хожу, так себе чашечку наливаю и прихлебываю. Ну, правда красота? Вот там всякие разные цветочки, и липовые, и очень красиво смотрятся бархатцы, и яблочки кусочки. Чаек мне заварился, сейчас попью. Купила я себе вот такую кружку большущую. Давно я на нее смотрела, так она мне нравится. Несмотря на то, что она такая громадная, это вообще фарфоровая кружка. Это не фаянс, она очень легкая. Легкая, удобная, и в ней можно делать различные еще коктейли. У меня есть любимые кружки под чай, любимая кружка под кофе, любимая кружка под молоко. В общем, я люблю пить, чтобы у меня все было вот как бы вот то, что мне нравится. Вот такой белорусский шоколад я беру к чаю, очень вкусный. Это вообще темный шоколад, трюфельный элит, но он такой вкусный, вот совершенно вот эта горечь, она не особо чувствуется, чуть-чуть так немножко. Вообще он как бы шоколад горький, десертный с начинкой шоколадной, очень вкусный. Там вот такие вот дольки сразу порционные, поэтому берешь одну, чашечкой чая в удовольствие пьешь. Ну и вот немножечко вместо каши сегодня мне даниссимо будет. Тоже сейчас ем это даниссимо и попью чаек. Ой, попила чайку, поставила стирку и сейчас набрала образец, уже связала вон сколько. Хочу связать себе такой кардиганчик. Ну, быстро свяжу, потому что вязать эту пряжу, это итальянская пряжа. Так, фантазия, креатива. Ее даже рекомендуют вязать на спицах номер 8-12. Но у меня таких нет, я вяжу на семерочке. Но это и то толстые очень спицы. Пряжа толстая, слабого кручения. Вот это как домашняя ровница. Очень интересного такого качества. Тут скрутки. Несколько тонов. И есть даже люрекс. Вот люрекс такой серебряный, темно-синий, потом просто синий и голубоватый проскальзывает. В общем, очень оригинальный такой расцветки моточек. У меня как раз здесь на кардиган. Поэтому я сейчас вот свяжу. Мне надо, чтобы посчитать
какой ширины и длины мне надо изделие. Я обычно вяжу образец, а потом делаю выкройку. И вот благодаря вот такому образцу я высчитываю, сколько же мне надо пряжи, хватит мне или нет, чтобы знать, на что мне вообще-то рассчитывать с такой выкройкой или с такой задумкой. Ну вот я связала здесь резинку. Резинку я вязала на пятерочке. А дальше я вяжу на семерке гладью, лицевой гладью. Но честно говоря, что вот я вязала на пятерке резинку, что я вяжу на семерке лицевую гладь, практически не отличается по размеру петля. Даже не знаю, в чем дело. И я вяжу одинаково всегда. Вот. Но здесь полотно получается как бы не совсем однородное за счет неровности пряжи. Вот это с одной стороны очень интересная такая фактура получается, а с другой стороны ты не угадаешь, тут вот как бы рисунка такого нет. За счет серебряных вот таких вот ниточек получаются такие черточки по всему полотну. Ну, посмотрю. В общем, сейчас я довяжу еще и буду рассчитывать, сколько же мне понадобится этой пряжи. Ну, так у меня с запасом этой пряжи. Пряжа хорошая, я уж не помню, говорила, итальянская. Она есть несколько расцветок, но у меня вот такая. Вот. Очень хорошая. Чистая шерсть, кстати, по составу. Это чистая шерсть, стопроцентная шерсть. 50 грамм в мотке и длина нити 80 метров. Так. Пура лана 100%. Вот. Ну, сейчас передохну, повешу белье и потом хочу съездить. У нас закончился свой перец. Хотим съездить на рынок фермерский, посмотреть там перец, посмотреть, почем картошка, потому что мы не выращиваем картошку, мы покупаем. И купить самое главное перца. Хочу перца, мы делаем из него салаты. Очень люблю салаты из перца. Вот, так что сейчас съездим.
шарлотка кверх ногами. Обычно яблоки в шарлотке кладут вниз, я кладу наверх. Получается более сухая и более вкусная шарлотка. Мы ее с удовольствием уминаем. Это уже последние яблоки с нашей яблони. Дальше будут покупные и будем реже печь шарлотку, но будут другие пироги. А пока вот еще есть немножко яблок, поэтому еще 3-4 шарлотки я испеку за эту осень из своих яблок. Так, а сейчас у меня дилемма. То ли продолжить чтение этой книги, то ли что-то выбрать себе из журналов пошить. Вот я люблю очень вечером сидеть, рассматривать журналы, выбирать что-то. У меня очень много журналов. То ли мне начать все-таки изучать, дочь прислала мне книгу Людмилы Беловой «Цигун» для начинающих. Я начинающий, который никак не может начать заниматься. А тут как раз для возрастных, для таких ленивых, как я. Вот. Танец долголетия, цигун растяжка, медитация сломанной ветки ивы. В общем, в это надо погружаться. В общем, тут все полезно. Ну вот, тянет меня вот к Терри Пратчетту. Ладно, наверное, так, дочитаю я Терри Пратчетта, а потом возьмусь за эту книгу «Цигун для начинающих». А, тут даже есть, вот, можно и совсем для ленивых диск посмотреть. Я его так еще не отлепила. И, может быть, я диск сначала посмотрю, а потом буду читать. Так, китайская медицина, рассказ о китайской медицине. Рассказ о китайской медицине. Ну, конечно, интересная книжка. В общем, да, я сейчас лениться буду. Я сейчас буду смотреть журналы. Я сейчас буду читать Терри Пратчетта. И потом замерю постирный образец, посмотрю. Сделаю расчеты. И на этом буду прощаться, наверное. Вот такой у меня день сегодня. Каждый день разный. Что-то одно, что-то другое происходит. Завтра мне надо будет съездить получить посылку с пряжей, и будет много новенького. Ой, как я люблю это дело. Все, всем спокойной ночи, всем пока-пока, всем удачного завтра и интересных дел. Все, пока-пока. Oh.